настоящее время собственный магазин или салон красоты – залог финансовой стабильности, при условии, что он расположен в удачном с точки зрения потребительского спроса месте. Это условие отлично выполняют офисные помещения от концерна «Сибирь». Все они находятся в жилых массивах с населением в несколько тысяч человек. Например, на Фадеева порядка 3000 квартир, а это более 6000 жителей. Кроме того, жилой комплекс расположен недалеко от Красного проспекта, что значительно расширяет потребительскую аудиторию. Для удобства клиентов возле каждого дома, а соответственно и офиса, есть просторные парковки. Формат магазина, аптеки, первичной стоматологии, досугового клуба или парикмахерской у дома на сегодняшний день очень востребован. Клиентам экономия времени, предпринимателю минимум конкуренции и максимум спроса. Теперь о самих офисах. Во всех выполнена стяжка, установлены большие экологичные деревянные окна со стеклопакетами. Выполнена электроразводка, установлены розетки и выключатели. В помещениях есть современная пожарная сигнализация с блоком управления и пожарные шкафы. Остается сделать косметический ремонт, и офис готов к работе. На ваш выбор есть помещения разной площади. В каждом помимо санузла есть складское помещение. Продуманный отдельный вход позволит без труда разместить вывеску и дополнительную рекламу. Перейдем к другому жилому комплексу на Петухово. Не так давно сюда переехало порядка 3000 новоселов. Многие признаются, с нетерпением ждут, когда в шаговой доступности появятся новые магазины и не только. Конечно, парикмахерская было бы неплохо, ну и магазин такой, как бы, чтобы там, да, продуктовый, чтобы можно было хлеб купить, самое элементарное молоко, да, непросрочное. Как считаете, пользовались бы спросом такие магазины? Не, ну представьте, сколько жильцов, как бы, это сейчас дом не населен еще, да, как бы, и мало жильцов. Соответственно, как бы, где здесь ближайший магазин, я вот не знаю. А ведь вокруг комплекса есть еще несколько недавно построенных крупных жилых массивов. Спрос есть, готовы обеспечить предложение? Тогда давайте заглянем в офис. В помещениях разной площади, как и на Фадеева, предусмотрено все для того, чтобы вы могли открыть свое предприятие как можно быстрее. Не забудем про респектабельный вид жилого комплекса. Отделка входных групп керамогранитом, отдельная гостевая парковка, настоящий парк с четырехуровневым освещением. Жилой массив «Березовая» – это еще одно перспективное место для открытия собственного бизнеса. 6 17-этажных домов. Их жители станут вашими постоянными клиентами. В продаже осталось несколько просторных офисов по самым выгодным ценам. Кстати, цена – это еще одна весомая причина открыть свой бизнес в одном из офисов от концерна «Сибирь». До конца декабря цена за квадратный метр от 20 тысяч рублей. Нет возможности заплатить всю сумму сразу, можно воспользоваться арендой с возможностью выкупа помещения в течение 4 лет. Аптека, детский клуб, стоматология, салон красоты, булочная или магазин. Сейчас сложились идеальные условия для открытия своего дела. В области работают программы поддержки развития малого бизнеса, содействие в регистрации ИП и юрлиц, бесплатные консультации в областном правительстве, конкурсы на субсидии для предпринимателей из бюджета области. Все это наряду с клиентской базой, которую гарантирует расположение офисов в жилых массивах концерна «Сибирь», станет вашим уверенным шагом в открытии и развитии вашего собственного дела. Успейте воспользоваться выгодными ценами на офисы до конца декабря.